Всех приветствую. Сегодня две посылочки. Одна такая большая, 8 долларов. Одна маленькая. Начнем, как всегда, с маленькой. Я практически предполагаю, что это такое. У меня похожа ручка на дверь. Не, это не ручка. На ручку она даже не похожа. Это пилочка для ногтей, что ли. Для мамы. Да. А мам. У нее сломалась. Такая вот пилочка у нас. Мам, попробуй на себе. Будешь пробовать? Такая интересная пилочка. Стоила она 16 центов. Ссылочка будет в описании. В рублях не знаю, я не помню, чтобы я вообще этот товар заказывал. Ну, гляну, ссылку дам, если что. И вот такое что-то большое. Огромное. Запаковано очень хорошо. Пакет, потом вот это. Поролон или как это называется. Неужели это ключи? От чего? А, нет. Да, кстати. Это зарядник. А, можно не втыкать, что ли? Для через USB заряжать, для телефонов. Я, кстати, не помню, сколько на ампера. На 3 ампера. 3 дырочки для трех устройств. Довольно быстрый зарядник, сколько я понял. 3 ампера. Сейчас, кстати, мы его проверим, насколько он. На твой телефон. На 3 или не на 3. И вот ключи, которые рекламируют везде. Тут эффективные, практичные, легкие. Одним простым движением руки экономит время и силы. Здесь все описано. Это которые разводные ключи, которые захватывают. И откручивают. Интересно, что мы сейчас попробовать. Тут два. Такой вот большой. И маленький с двумя насадками. Кстати, деньги мне за них уже вернули. Товар вовремя не пришел срок. Я подал на них спор. Открыл спор. А что это, папа? И мне вернули деньги. Это ключи. Такие. Какие, гаечные? Вот я пробовал на велосипеде. Отлично работает ключ. Захват хороший. Вот, допустим, берем гайку. Все. И она тут вообще без движения. И люфтует. Откручивать вот. Ну, когда не болтается, когда вот ключ он так вот скользить начинает, откручивается. Ну, тяжело. Так что ссылка на этот предмет будет в описании. Реально хорошая вещь. Не зря рекламируют по телевизору. Но рекламируют более дорогие. Я нашел мало того, что подешевле, а затем еще мне деньги вернули. Товар не пришел в срок. Что, буду общаться с продавцом. Писать ему. Также продавец деньги возвращает, если что не пришло. Все, всем до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки. И комментируйте. Будет еще очень много распаковок, других видео. В связи с новыми правилами YouTube, которые вступят в следующем году, я поудалял часть роликов. Кстати, ручка очень удобная. Держится хорошо в руке. Она из твердого пластика. Тут не, я думал, она будет из резины, но из твердого пластика. Ну, есть такие штучки, чтобы не вырвалось ключ.